Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики Алексея и Лиса. 21 сентября 2021 года Алексей покинул этот мир. Меня зовут Наташа. Последние несколько лет мне повезло находиться рядом с Алексеем. Мы с ним жили, строили планы на будущее, делали совместные проекты, но, к сожалению, не все удалось реализовать. Последний наш проект – это арт-изба в Измайловском Кремле. На этом канале размещено видео, оно называется «Кто такой Алексей Лис?». В этом видео Алексей подробно рассказывает, что мы там хотели организовать. Алексей из жизни ушел внезапно. Соответственно, у меня опустились руки. Что делать дальше в этой избушке, вообще непонятно одной. Подключились люди. Мне стали помогать, потому что решение по оставить ее или закрыть все и пусть там будет кто угодно, нужно было принимать очень срочно, потому что, вы понимаете, это аренда, это Москва, арендаторов много и так далее. И вот завтра мы попробуем вместе провести открытие. Нам очень нужна ваша поддержка. Приходите, все узнаете. Описание подробное, как добраться, что там будет. Время, это будет с 11 до 13, до 15 часов. Все это будет под видео. Геолокацию, все это я вам размещу обязательно. Поэтому приходите нас поддержать, пожалуйста. Будем вас очень ждать, будем рады вас видеть. Спасибо огромное. До встречи.